Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Яркие картины» Натальи Ширяевой. Хочу показать вам одну из своих интересных, ярких и немного абстрактных работ. Она называется «Абстрактные рисы». Эта работа интересна тем, что в ней объекты не очень явственно просматриваются, но очень много мазков краски, красивых, ярких, сочетающихся между собой интересно. Вот. И если издали смотреть, то, конечно, там видно уже вырисовываются ирисы. Вот. А вблизи это просто как бы феерия такая световая. Вот цветовой такой взрыв. Работа небольшая. 40 на 30 сантиметров. Правильно размер произносится вначале высота, потом ширина картины. Она написана масляными красками на холсте галерейной натяжки. Холст натянутый на подрамник, закрепленный с обратной стороны. Работа должна высохнуть, после этого она покрывается лаком. Торцы прокрашиваются в подходящий к общему тону работы цвет. Может быть повешена без рамы в интерьере. Но, в принципе, работы такого формата, конечно, лучше будут смотреться оформленную раму. Более крупные работы уже можно вешать без рамы, а большие работы, такие как там 50 на 60, 60 на 80, те работы уже, в принципе, даже и без рамы здорово смотрятся. Вот такая работа.